Добром это не кончится. Только не теряй головы. Спокойно. Я и Эйбор займемся этим. Знаю. Сигурд, что-то не так? Мы поговорим с Тонной. Сами. Ивар и Убба подождут здесь. Пусть она думает, что мы пришли вдвоем. Вряд ли мы можем убедить Ивара не убивать ее. Всю дорогу сюда. Он только об этом и говорил. Ясно. Идем? Мы скоро вернемся. Кто отправит Тонну в Хель, того озолочу. Я не забуду. В Рептоне я слышала, что братья заключили с Тонной соглашение. Что изменилось? Она наемница. Губа получал от нее людей и сведения. Но теперь они не в ладах. Бургред почти побежден. Говорят, что Тонне милы лишь серебро и любовные утехи. А верности от нее не добиться. Что толку в той, кому нельзя верить? Это мы и узнаем. Попробуем найти общий язык. А если нет? Ивар говорил тебе взять топор. А вот и вы. Я вас ждала. Если ты ей понравишься, не молчи. Она больше в твоем вкусе. Нет-нет. Я тебе уступаю. Ну что ж вы, не тяните. Здесь нужна осторожность. Сигурд, что привело тебя в мой лагерь в такой холод? Думаю, ты уже знаешь. Да. Ветер принес запах пепла. Но раз вы говорите со мной, король Бургред еще на свободе. А ты кто такая, голубка? Хочешь сесть ко мне на колени? Я здесь не за этим. Вы хотите знать, где король Бургред? И почему вам кажется, что мне это известно? Мы нашли письма и расписки. Ты заключала с ним сделки. Что тут скрывать? Король хорошо мне платит. Чего точно не скажешь об этих болванах Рагнарсонах. С тобой говорю я. Мне нужны сведения. Что хочешь взамен? Хорошо. Мне нужна новая корова. Заплати за нее. Думаешь, когда Кёлвульф займет престол, он будет рад слышать, что ты мешала ему и сомневалась в нем? Я заплачу половину. Может, тогда он не потребует принести ему твою голову? Ты не из робких. Говори. Бургред велел мне не пускать Рагнарсонов в два места. Ледочестер и замок Темплбора. Заплатил щедро. Я бы искала короля там. Это все, что я знаю. Ни больше, ни меньше. Мне пора. Ледочестер и замок Темплбора. Знаешь о них? Нет, но братья знают. Я им все сообщу. Не задерживайся здесь. Нам нужно захватить короля. Сигурд рассказал нам все. Прекрасно. Леди Честер и замок Темплбора. Что вы о них знаете? Леди Честер чуть больше деревни. А Темплбора — древний замок, не более того. Возможно, Бургрид в каком-то из этих мест. Проверим оба, и быстро. А что нам делать с Тонной? Бьюсь об заклад, что она уже пишет Бургреду о нас и просит серебра за это письмо. Я о ней позабочусь. Нам нужно спешить, Дренгер. Я захвачу крепость в Темплборо. Я пойду с тобой, Сигурд. Значит, я отправлюсь в Ледочестер, в гордом одиночестве. Прихвати друга, брат. Может быть, Эйвор рискнет им стать. Выдвигайтесь. Скоро я отправлюсь следом. Ты вовремя. Мы готовились к нападению. Что ты увидел? Много воинов и повозок хватает. Уверен, крысеныш Бургред прячется там. Видишь купальню и церковь?
Я отправил туда лазутчика. Он скоро вернется. Ты виделась с Суббой и Сигурдом в Темплборо? Нет. Если Бургрид прячется здесь, это ни к чему. Куда проще было бы и дальше убивать королей. А из-за моего брата мы сажаем их на трон. Вы двое явно не ладите. Я думала, у вас больше общего. Скажи, вы с Сигурдом всегда соглашаетесь? Да, по большей части. Молодость. Поживи с моё, поймешь кое-что. Чем ближе человек, тем труднее вам ужиться. Хватит ждать твоего лазутчика. Он погиб или сбежал? Дай ему время. Если они нас заметят, Бургрид снова ускользнет. Ладно, оставайся здесь и жди, а я пойду. Кёлберт? Ты сошел с ума? Я боялся, это кто-то из них. Тише! Что ты здесь делаешь? Я хотел найти Бургрида. Так Ивар послал тебя? Я хотел найти Бургрида сам, убедить сложить оружие. Но в Ледочестере его нет. Откуда ты знаешь? Леофрид говорил с воинами. Я подслушал. Кажется, здесь только запасы еды. Но есть кое-что интересное. Он дал приказ отправить отряд к жене Бургрида, Этельсвите. Она в Темплборо. Она должна знать, где Бургрид. Ты слышишь? Там идет бой. Ивар. Идем, нам нужно спешить. Сволочь! Иисус, помоги мне! Они повсюду. Держись рядом. Что мне делать? Не стой, дерись! Бургрид! Где ты прячешься, друг? Бургрид! Ты ранен? Не молчи! Я... Кажется, нет. Боже. Я ведь не хотел этого. Кёлберт, тебя убили бы. Выбора не было. Жди здесь. Где твой король, Сакс? Где он прячется? Господи, даруй мне избавление. И как только их бог успевает отвечать на все эти жалкие мольбы? Ты многим рискуешь, Ивар. Кёлберта могли убить. С чего мне мешать юнцу, который хочет стать мужчиной? Не оправдывайся. Тебе это нравится. Хватит. Ивар меня не посылал. Я пошел сам. Берегись, мальчик. Пока твой отец не занял престол, ты не защитник Мерсии, а ее враг. Понял? Да, я понял. Славно. Вернись в Рептон и жди, пока мы тебя позовем. Уже уходишь, сестра волка? Короля нет, но добычи вдоволь. Этельсвита, жена Бургрида, в Темплборо. Посмотрим, что ей известно. Эйвор, вот и ты. Откуда пленники? Это воины из крепости. Мы их допросили. Здесь не Бургрид, а его жена Этельсвита. Они разделились после Тамворта. Кёлберт сказал мне об этом в Ледочестере. Кёлберт? И что он там делал? Ивар. Долго рассказывать, но он цел. Я отправила его в Рептон. Каков наш план? Совсем скоро этих воинов хватится. Нам нужно пробраться в замок и найти Этельсвиту. Королева приведет нас к королю. Рискнем. Попытаться точно стоит. Попробуй допросить их еще раз. Мы с Эйвор займемся похищением Этельсвиты. Один с вами. Жизнь викинга. Со мной ты. Наши братья и сестры. Покорение новых земель и крепкая дружба. Если ради этого нужно гоняться за каким-то лисом, пусть так. Такая жизнь по мне.
Согласна, брат. Эй, вы! Пошли вон! Вижу, Бургред пытался спрятать тебя, леди Этельсвита. Но никто не в силах прятаться вечно. Прошу вас, отпустите моих служанок. Они невиновны в наших распрях. Слышишь, Эйвор? Она благородна, жертвенна. Вот с кем нужно заключать сделки. Достойная женщина. Госпожа, нам нужен лишь твой король. Скажи, где прячется Бургред, и не прольется ни капли крови. Прошу, я не знаю. Отлично, Сигурд. Она просто не знает, что ей грозит. Но скоро поймет. Постой. У нее слишком грубые руки, как у служанки. Нас обманули. Леди Этельсвита, ты скверно выглядишь. А, Господь испепелит твою душу, если она есть. Не дурно, Эйвор? Да она скальд, как и ты. Где моя Кадлин? Что вы с ней сделали? И о своей служанке. Храброй, в наряде королевы. Она в цепях, вместе с другими. Мы поедем в Тамвард. Я разговорю их. Если с ее головы упадет хоть волос... Расскажу об этом Кёлвульфу. Может, он знает, как развязать ей язык. Тогда встретимся там. Сигурд, а что делать с пленниками? Они нам не нужны. Отпусти их. Твой черед. Она молчит. Эйбор справится. Вперед. Мой друг Убу утомился, но я полна сил. Скажи, где прячется Бургрид, и мы все вздохнем спокойно. Никогда. Невозмутимо молчишь, и все ради короля, который трусливо прячется. Не в силах защитить ни семью, ни народ. Воды? Мой муж служит Мерсии, как и должен. Ему приходится скрываться, ведь даже близкие друзья могут предать. Передай кое-что предателю Кёлвульфу. Он победил в мирской войне, но его душа обречена. Согласна, он предал короля. Но народ Мерсии напуган, и Кёлвульф предлагает избавление от страха. Он жалкий червь. Все, что он воздвигнет в Мерсии, будет стоять на костях храбрецов, отдавших жизнь ради ее защиты. Чем дольше тянется война, тем больше таких жертв. Рептон и Тамвард, Темплборо и Ледочестер. С каждой нашей победой ваши надежды все слабее. У Бургреда есть то, чего нет у вас. Верность людей. Добрых и праведных. Кого? Теннов и Керлов Мерсии? О, нет. Ему верен лишь Леофрид, и он тоже падет. Да, славный Леофрид. Он умрет, защищая короля. И даже тогда отправит в ад сотню язычников. Эйвор, миледи, продолжайте. Я занимаюсь добычей. О, боже! Вон, Ивор, живо! Ладно, ладно. Но если останешься, готовься. Вонять будет знатно. Боже, выпусти меня. Молю. Говори, и скоро сможешь принять ванну. Ты просишь меня предать моего мужа. Как я могу это сделать? Промолчав, ты предашь множество других. Возможно, вас запомнят как правителей, которые оставили свое королевство в час нужды. Но наступит мир. Так обещал Кёлвульф, и мы поддержим его. Даю тебе слово.
Ну что, птичка запела? Бургрид прячется в старом склепе на юге, где река Алн впадает в Эрроу. Склеп? Будто сами боги решили подать нам знак. Его далеко будет тащить. Вы трое должны проложить путь к Тамворту. Где встретимся? Приведи его к мосту у Винония. Оттуда близко. Мы будем ждать вас там. Ивар, твоя любовь к гнусным зрелищам погубит нас. О чем ты? Не пойму. Древний склеп хорошо охраняют. Вряд ли они сторожат мертвых. Все, хватит! Мой лорд, здесь враги! Пришел твой час! Это столовый нож. Ты зовешь меня на пир? Назад! Не подходи! Я не сдамся! Как пожелаешь. Живым я не дамся! На твое счастье я тебя не убью. Королевство мое! Мое! Нам пора, мой лорд. Мы опаздываем на коронацию. Наши судьбы переплетены, голубка. Теперь за тобой присмотрит Хель, голубка. Ну вот и все. Опусти меня! Думаешь, ты победила? Нет. Леофрид, я приказал ему уничтожить тебя. Эйвор! Сюда! Поспешим! Вперед! Я за тобой. Бургрид, красавчик! Я тебя едва признал. Опусти меня! Опустишься ты разве что с петлей на шее. Его скоро хватятся. Не зевать! Мы на месте. Знакомый вид? Нет! Нет! Гнусные язычники! Вам это с рук не сойдет! Настало время перемен, Бургрид. Осталась лишь коронация и Витон лордов Мерсии. Бургрид, любимый! Моя леди, ты ранена! Тебя мучили! Нет, нет, я цела. Шевелись, лорд, твой король ждет. Ваша смерть неминуема, Данаи. Все, кто охотился за мной, погибнут. Я позаботился об этом. Скоро ревнители узнают ваши имена. Неважно, как далеко вы бежите, вас ждет гибель. Довольно щебета, воробушек. Лучше оставь дурачество моему брату.
ревнители? О ком он? Это все чушь. Пустые угрозы испуганного глупца. Пройдемся, сестра Волка. У нас есть время до коронации. Куда мы? Просто гуляем. Я лишь хотел отметить успех. Не похоже на тебя. Ты не лучшего мнения обо мне, да? Вот и слабо. У меня тоже есть пара мыслей о тебе. Ведешь меня как ягненка на убой. Вот видишь, я был прав. Эй, вы! Пошли прочь! Садись. Да, я вел себя погано. Но всегда уважаю славных бойцов. Пусть все знают, что теперь Эйвор с Ивором Бескостным друзья. Кто дал тебе это имя? Бакраут с острова Иберния. Я намотал его кишки на копье. Он назвал меня бескостным за легкость движений. Или ты пьешь только что не в силах стоять? Вальгала, я попаду туда. Я уже чую кровь и мед. Буду сидеть рядом с высоким, держа в руке топор. Конец, достойный Рагнарсона. Казалось бы, да? Мы с Хальфданом будем там. Но Уба... Нет. Ему нужно кое-что совсем другое. Я в этом уверен. Чего хочет Уба? Разжиреть и состариться в своем доме в окружении кучи детишек. Ему нужен наследник, как и многим. Только не воином, не таким, как мы с тобой. Раньше он был другим. Но в этом краю, в Англии, здесь он ослаб. И каким он был раньше? Таким, как я. Яростным, диким. Мне все же кажется, что ты такой один. Это не похоже на похвалу. Так или иначе, раньше жизнь была куда проще. Если первое не по тебе, почему бы не выбрать второе? Из-за моего брата. Я люблю его. И сделаю все возможное, чтобы убедить в своей правоте. Мы воины. И должны быть ими до конца. Перестаралась. Коронация началась? Сколько ж мы выпили? Этого я точно не помню.